Доброе утро, друзья! Сегодня суббота, прекрасная солнечная погода, и мы едем на дачу. Поехали с нами! Начался дачный сезон, а значит, с нами в машине уже едут доски, кирпичи и так далее. Потому что на даче нужно что-то, то забор подремонтировать, то еще что-нибудь. Навстречу нам едет вот такая вот техника. Здравствуйте, наши дорогие соседи! Здравствуйте! Как у вас дела? У нас лучше всех! Отлично! Отлично! У нас всегда лучше всех! Замечательно! Как ваши домашние питомцы? Ой, отлично! Сегодня первый день, поведем коз в лес пасти. А что там, травка уже есть? Да, там вот так всего. Крапива есть. Зимняя. Как? Есть борщ уже мы варили. Масляный, там просто все. Ой, замечательно. Так что все у нас есть. В моем саду первые весенние цветочки. Сегодня хороший яркий солнечный день, и я приглашаю вас на прогулку в лес. Мы идем по опавшей прошлогодней листве, и уже кое-где встречаются вот такие вот красивые весенние цветочки. Преодолеваем буреломы. Добрый день, лес! Да, в нашем лесу вот такие деревья поваленные есть. Никто их не убирает, так они лежат. Ну, может быть, лесники когда-нибудь придут и распыляют их на дрова. Лес прекрасный, прекрасно гулять в лесу. Мы приезжаем на дачу не только чтобы садить огород, кстати, мы его не садим, но также мы любим отдыхать и много времени проводить на природе. И одно из наших любимых времяпрепровождений – это прогулки по лесу. Смотрите, какая красивая поляна. Я не знаю, будет вам видно или нет, потом покажу поближе. Вся голубенькая, в таких голубеньких цветочках. Красиво-красиво. Но меня не покидает чувство, что за нами кто-то наблюдает. Так, если присмотреться, вроде бы никого нет. Но вот на пеньке кто-то сидит. Это же лесной человечек. В прошлом году, когда мы ездили за грибами, мы его там уже встречали. И вот он снова здесь и встречает нас в этом лесу. Ну, не будем его пугать и идем дальше. Листва шуршит под ногами, птицы поют. Красотища! Наверное, в этом лесу бывают очень сильные ветра, потому что вот повалены деревья, прям вырваны из земли с корнями. Все-таки идешь по лесу и наблюдаешь эту красоту. И дикая природа, поваленные деревья. И тут же растут такие яркие, красивые цветочки. Гуляя по лесу, мы решили сделать небольшой привальчик.
и угостить нашего нового друга, маленького лесного человечка, яблочком, за то, что он предоставил сегодня такую хорошую погоду. В лесу мы видим все тропинки, эту красоту. Спасибо ему большое. Мы приверженцы здорового способа жизни. Но иногда в такую прекрасную погоду, в таком прекрасном окружении, в лесу, хочется немного расслабиться и выпить бокальчик хорошего качественного вина. Это достопримечательность нашего леса. Я так думаю, что это кормушка. Но кто здесь кушает, я не знаю, кто живет в этом лесу. Может, вы знаете, для каких животных предназначена эта кормушка? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь вот подкладывают свежее сено. А внизу вот тут лежит соль. Вот она. То есть, как вы думаете, какие могут животные подкармливаться на этом месте? Она здесь уже стоит очень давно. Но мы в этом лесу не видели ни одного животного. Но говорят, здесь водятся зайцы, кабаны. Не знаю, водятся здесь ли косули или лоси. Не знаю. Не видели. Вот такое интересное сооружение. На выходе из леса мы видим огромное поле. Большой муравейник, он еще спит. Здесь еще есть вот такое явление. Два сросшиеся дерева, а посредине чаша, наполненная водой. Эта вода сохраняется в течение всего лета. И местные жители называют такие деревья чаша любви. А это чья-то нора. Кто-то там живет. Но сейчас там никого нет. Мы не будем близко приближаться. Вдруг все-таки есть. Вот мы показали вам наш лес, в котором мы любим прогуливаться. И самое главное, не забывайте. В лесу соблюдайте тишину, берегите природу. Не разжигайте костры, не мусорьте. И тогда природа вам будет дарить все свои красоты. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Это прогулка по такому дивному лесу. Надеюсь, это вас вдохновило. И вы будете также выезжать из своих шумных городов на природу, на дачу, в лес, куда угодно. Любоваться природой, восхищаться ею, питаться новыми эмоциями и наслаждаться жизнью. До новых встреч в следующих видео!